А, это я помню, что деревни приходили самые первые. А есть еще сумеречные задания, нужно полностью так пройти в этот сумерках. Вот такие дела. А тут ни с кем бороться не надо и не надо? Ну, в конце, помнишь, тот первый босс, который там был, забороли, когда загорелся огонь, и его поколбасил. Где там эта соль? Соль, вот она. Назначить кнопку. Отсюда. Отсюда. Да тут все такие предметы. А что, сдохли? Да этот поубивал уже много. Помнишь, вот здесь вот этот домик? Да. А здесь еще несколько монстров должно быть. А здесь кто-то есть. Да, да. Ну это сумеречное задание, поэтому... О, могилка. Ага. Лучше нам сюда не советуются идти. О. О, дружок. Смотри. Да, идем. И все. Сдох. Быстро. Раз, два, три. О, и пойдем. Ну, да. О, это босс, который... Ну, Да, это который Ноэ. Помнишь, самый первый? Такой здоровый, с шарами там, с какими-то. И что, у него жога была. Да. Ой! Что потом делать? Это добро не приведет. Что? Мы его сейчас быстро забалим. Я же говорил, что его забалим. Ну, это ладно. Вот ты синенький, это Ноэ. Да. Которым мы его побили 677 раза. Не-не, Ноэ мы с первого раза забили, или как его там зовут? Такой, по большой обезьян.
Не обезьяна, а фиг. Ну, это который лев. А, не, это не этот. Сороконожка, что ли? Нет, это последний босс. Самый первый босс, помнишь? С мечом мы еще подсоединялись и быстро умер. Там, я даже ничего понять не успел. Или тебя не было, что ли, так? Может быть. Давай откроем дверцу, чтоб первого босса. Я хочу увидеть, как он выглядит. Надо вот этого сперва выбрать. Нашего дружочка. Эй, дружок, привет! Этот дружок обнажился. Ну, что ты говоришь? Он обновился значительно. Ага. С новыми силами пришел. Ага. Вот то, что будет делать. С ноготочками. Угу. Все, наконец-то, подох. Ключ собрал. Хорошо. А давай этого босса поборем. Просто я его не видел. А, того босса? Ну, я не знаю, успею я сейчас. Ну, потому что там обход большой деревни. О, вот этот дружок. Это мы сейчас замочим. Да фиг, кто знает, бывает прям такие. А! Неожиданные у них выходки. А! Угу. Это девушка умершая. Похоже. Ну, вроде как. Может быть, да. Ой, тут много крови. Ну, поубивали они здесь. Тут тоже какой-нибудь казанчик должен быть. Ой, это кто? Ну, да, тут засада была. Ой, а он еще и не подох. А, это наш друг. Привет! Планет! Вот ты громко кричишь. Что ты кричишь? Он подох так быстро. Ну, умер он быстро, да. Раз! Просто его пнули и сдох. Вон молельня там. Вот с этой молельни я потом ходил на того босса. Вот с этой. Давай как раз поборем с этим боссом. Ну там далеко до него идти, но я просто так вот не проскочу. Ну пожалуйста, я хочу увидеть. Ну прошу. Я не могу просто сейчас так взять и побежать. Меня просто заколбать, как это обычно и бывает. Так на храп он здесь не играется. Это вот эта дверь, она видишь закрыта. А вон корабль стоит. А нужно обойти вон столько. Быстро это не получится. Видишь, стараюсь я потихонечку. О, я могу играть. Ой, там дружок какой-то. Ага. Вот я его призвал. Сейчас приду. О, привет! Угу. Это поколение нашего друга. Худунков. Он колесо катает. Анджин-сан. Это поколение Анджин-сан. С хвостиком тоже. Есть колесо катается. А, помню это колесо. Которое пухнущее. Угу. Ага. Наверное, у него не сварение. Да, и жога, видишь, какой? Это он ругает. Ну, не знаю, что он там делает, но... Но похоже, что ругает огнем. Изрыгает огонь. Назовем это дело давай так. Да? Таблетку обязательно. Так, мальнуться я успел. А то вдруг сейчас опять бежать, потом после смерти с самого начала. Есть здесь враги? Помолился или нет? Похоже, нет. Вот же.
сидит, как же не помолился. Значит, помолился, сейчас появился. Он сам помолился. Привет! И подох. Goodbye, my friend! Типа того. Молись! Кто у нас тут колесо смерти? О, тут Юхай. Тут наш любимый, вот этот, обновившийся, полубосс. Это модернизированный дружок. Но он нам здоровья не убавил. Слава богу, не ударил. Ну, за счет него мы даже починились, я бы сказал. Нужно такая. Ой, огонь! А могила? Могила нет, значит тебя. Ой! Это у нас, наверное, колесо. Или стреляющее огонь. Ой, там кто, какой-то ялик есть. Стреляет. Даст сюда проскочить? Или нет? Ой! Он идеально стрелял. Угу. Но он не попал. Хорошо. Слава Господи. Шо? Кто? Шо и кто? Ах ты ж, дядь. Ой-ой. Это не добро. Угу. О, и дружок. Подохни в огне. А, может, да, сгорит. Подохни. Он шутки. Подохни. Он почти что подохнул в огне. Ага, все. Угу. Погорел. Погорел. Горел. Зай. О, водичка. Водичка, белый песток. Потом просто подсоединяй, короче. Ой, там кто-то тоже. А, этот друг. Гудбай! Скажи! Ой-ой. Друзья могилился. Сейчас и будет. Прибежишь когда же? Через 150. Или в огне погорит, когда сюда пойдешь. Помню. Одного. Ой, провалили. Ой. Дружок. Какой. Это кто? А это кто? Самурай? Угу. Это мы его так... На, нафиг, иди! Ты мне не нужен такой. Опечка. Ой, сумму. И не веду. Ой! Это что? Это кто? Это Мунсиги Тахибана? А, надо угадать. А я поторопился, не посмотрел, что это этот. Астрахань геймер. Угу. А, тут надо было угадать, какой жест. Угу. Ну, можно было посвистеть, если бы я посмотрел, что за сон. Если посвистел, он бы открылся просто. Тот, что упал с крыши. Упал с крыши, и мы с ним удару уже добьем. Угу. Идем. Так, там где-то монах сидит и играет. А, на трубочке свалит. Не на трубочке. А на флейте? Нет, там он типа струнный музыкальный инструмент. А, точно. Он призывает этих. Абсолютно верно. Наших. Врагов.
О! Гори, гори! Ясно. Чтобы не погасло. И кто-то на него стреляет. Ну, нет, друг на огонь нет. Наверное, я с ними не дружил. А, вот кто с нами играет. Привет, друг. Мумия. Это мумия. Бомбами стреляет. Не достает, походу. Да. Ага. Сдохни. В смысле, умри, да? Ага. Ну, что, может быть, ты и босса увидишь. Ты наверное, мам там... Песню поет? Угу. Забывает прям. Ой, а я что? Активацию сделал. О, наш любимый друг. Ну, вот как раз вот он и вызывал. Сидел. Понимаешь? Вот его надо. И теперь с этим бороться надо. Так, внизу там стоят. Ай, там... Ой, да-да-да, да. Тут там есть? Да, вот идет. Ой. И стоит, по-моему, да-да, разваленный, которую можно собрать потом. Сейчас ребенок надо... пойдет купаться. Я чувствую. Ребенок. Или не пойдешь. Почему? Пойдет. Почему ты не пойдет ребенок? Ну вдруг не пойдет. Еще как должен. Ну да, пойти? Нет, вот этот вискас она съела, или как он китикает прям угу. Нормально. Но. И все сожрала, во-первых, и нос не воротил. Угу. Значит, что-то ей тут не нравится. Угу. Прискус. По каким-то причинам. Я тебе об этом уже не говорю. Наверное, без красителей. Новая формула. Ой. Он так прям сказал. Ой. Ой. Слышал? Ага. Тя! Тя! Чуть подлечились за его счет. Ага. И могилка тут тоже есть. Ой, и этот друг есть. Тя! Подохнет. Гори, ясно. Ой, я один восстал. С этим надо будет пободаться. Если хочешь, в огонь иди. Не, не хочешь. Ну что ж, я огонь приглашаю в гости. Не подохнешь ты. Отдыхай. Подох. Да? Могилка нафиг ты мне не нужна. А там, наверное, кто-то есть. Да, обязательно там будет. Ну, и дядь тоже есть. И там, наверное, кто-то тоже есть. О, лодка! Привет. О, обыщем. Самое главное – открыть вход. Самое главное – Амрита дали. Да, дали Амриту. Ну, больше ничего не дали. И Люся за ним сидит. Кто за ним сидит? Люся. Люся? А, посмотри. Слушай. Она наблюдает? Угу. Вот, видишь? Можно открыть. Вот теперь, наконец-то. Угу. Вот отсюда у нас путь до босса. До того. Так. Теперь, чтобы не потерять всю амулету, надо повысить уровень. Так. Вот тут. Надо против не вылетай. Что, мне потерять амулету с боссом? Ну, потому что он же, если убьет, то мы ее потеряем. И на ноль все будет. Ну, да. Ну, если успеем бычка обратно забрать, то, конечно, вернется, но это ума. Само понимаешь.
Привет, друг! Я наломал стекло! О, тут двое стоят прям, на пару. Интересно, можно их просто отбегать? Хотя... Беги, Вася, беги. Да, можно просто отбегать. О, это страшище, а не рёхи. А, это похоже на дядю. Ну это вот тот, который босс, которого ты хотела посмотреть. Посмотрел? Да. Похоже на того дяди, который мелкий, только он больше. Он вырос. Ну вот и все. Где босс-то? Я не понял. Дайте еды, любой еды. И где он? Вопрос. Где? А где босс? Что, первый этот? За первое сумеречное задание просто получен этот. Да, он сказал. Дайте еды, любой еды. Литературку она еще не сделала. Давай, Нил. Сейчас я приду с литературкой к тебе.